Хочу вам сказать честно. Чем ближе мы будем и теснее с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее будем мы, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, даже как бы ни заявляли политики вокруг нас и в мире, не позволит нам очень сильно дружить. Потому что, к сожалению, мир действует по принципу «разделяй и властвуй». Тут вот много, Владимир Александрович, журналистов, они точно мое вот сейчас заявление истолкуют, как будто мы против там России или Китая нацелены. Вы не думайте, что только там, знаете, нас будут прессовать. Ну и там, на Западе, не очень это воспримут. Вот, поэтому мы осознаем это с президентом. Мы, кстати, об этом говорили один на один, когда вели переговоры. Мы это осознаем, и этот барьер мы полны решимости преодолеть. Мы добрые люди, мы нормальные люди, мы не хотим против кого-то дружить, мы не хотим против кого-то воевать. Мы должны быть сильны.